Самый неинтересный урок в детстве – это химия. И вот он, я уже в химической лаборатории. И сейчас это один из самых интереснейших предметов. А почему? Потому что он напрямую связан с экологией. Это я несу стеклышко под микроскоп, и там настоящие кристаллы. И когда после такого интересного практического урока нам объясняют формулы, то теория становится весьма интересной и увлекательной.